произошло в 1989 году. Несколько человек из Челябинска, взяв проводники местного краеведа, отправились в поход по западному склону Южного Урала. У подножья горного хребта с названием Зюраткуль путешественники решили сделать привал. Они долго искали подходящее место, и вдруг на ровном склоне горы увидели, что трава в некоторых местах растет неравномерно, как бы создавая естественные тропинки. Попробовали пойти по этим тропинкам, и через некоторое время оказались на том же самом месте. Горный хребет Зюраткуль давно славит одним из самых загадочных мест Южного Урала. В лесах и у подножия гор до сих пор можно найти древние тотемы и места поклонения языческим богам. Не менее таинственно и одноименное озеро. Зюраткуль – слово тюркское, и его местные жители толкуют по-разному. Одни говорят, что это потерянное сердце, другие – мертвецкое озеро. Кто здесь когда-либо побывал, отмечал сильно ощутимые энергетические поля, которые источает как само озеро, так и окрестности хребта. Несколько лет подряд челябинские путешественники, те самые, что наткнулись на странные камни и непонятные тропинки, петляющие лабиринтом у хребта Зюраткуль, пытались разгадать тайну своей находки. Ничего не выходило. И вот, неожиданно одному из них, краеведу Александру Шестакову, пришла в голову мысль посмотреть на урочище сверху, как бы из космоса. В 2011 году он нашел снимки со спутника и, когда начал их изучать, с изумлением обнаружил, что линии складываются в гигантский рисунок лося. Фотографии из космоса, сделанные над уральским хребтом Зюраткуль, дали возможность четко различить очертания сахатого зверя, ориентированного ногами к вершине хребта, а спиной и рогами к озеру. Узнавалась голова лося, ноги. Однако такими четкими его очертания были не всегда, и все дело во времени года. Летом каменная полоса закрыта травой. Поэтому подходили только те снимки, которые были сделаны в межсезонье, во время таяния снега, или осенью, когда растительность на камнях желтеет и сохнет. Иными словами, так называемый лось – это большой каменно-земляной вал без начала и конца. Первое предположение, которое сделал уральский краевед – этот вал не имеет никакого прагматического назначения. То есть его нельзя использовать как крепость или как загон для скота, или еще в каких-то подобных бытовых или хозяйственных целях. Его можно использовать только для того, чтобы кто-то сверху смог увидеть это изображение. Но это было лишь одно из предположений. О сенсационном открытии были тут же проинформированы специалисты и археологи. Экспедиция, которая прибыла на место, подтвердила, контур зверя не просто шутка природы. Под так называемыми тропинками и лысыми возвышениями исследователи обнаружили каменную кладку. Гипотеза рукотворности сооружения подтвердилась сразу несколькими фактами. Во-первых, это очень похоже на изображение животного. Во-вторых, структура слоев каменной кладки очень сильно отличается от природной насыпи. Кладка разнокалиберная, по краям крупные, до 500 килограммов плиты, а в середине более мелкий камень. Общая ширина линии – 3,5 метра, а общая протяженность – почти 2 километра. Когда в урочище прибыли сотрудники Института истории и археологии Уральского отделения Российской академии наук, они сразу же провели замеры находки. Оказалось, что сооруженный из камня фигурный рисунок имеет в длину 218 метров, в высоту от рогов до копыт 195.
Такие огромные изображения, находящиеся на земной поверхности, называют геоглифами. Они созданы либо путем снятия верхнего слоя почвы по периметру изображения, либо наоборот, насыпанием камней по заранее подготовленным желобам, где должна пройти линия рисунка. Обычно подобные изображения можно рассмотреть только с большой высоты. Самые известные геоглифы обнаружены на юге Перу в пустыне, расположенной на плато Наска. Это целая картина с изображениями треугольников, спиралей, птиц, обезьян, пауков и цветов. Рисунки эти первые начала изучать немецкая исследовательница Мария Райхе в 1940 году, но заметили их еще в 1939 с самолета. Ученые до сих пор не могут определить точный возраст геоглифов в перуанской пустыне. Одни считают, что они создавались во втором веке нашей эры. Другие утверждают, что им более 3000 лет. Еще один известный геоглиф – уффингтонская белая лошадь в Англии. Геометрический рисунок на земле стилизован под скакуна. Но есть и другие варианты, такие как бегущий волкодав или дракон, которого победил святой Георгий, изображенный на соседнем холме. Меловая фигура длиной 110 метров была создана в X веке. Ее доисторическое происхождение не вызывает сомнений. В 2007 году исследователи обнаружили крупнейший геоглиф в Тургайской области Казахстана. Он находится рядом с поселением неолитической эпохи и представляет собой гигантский квадрат из 101 кургана. Его противоположные углы соединены косым крестом. Фигура охватывает площадь большую, чем Великая пирамида Хеопса. Достоверно возраст геоглифа установить пока нельзя. Разные методы исследований показывают разные результаты. По одним данным, квадрату 8 тысяч лет. Однако другие данные датируют его первым тысячелетием до нашей эры или вообще относят к эпохе Средневековья. Есть несколько версий происхождения древних геоглифов. Сооружались они как ритуальные, религиозные, культовые объекты, которые должны быть видны лишь божествам, то есть они были похожи на своеобразные маяки для привлечения внимания богов. Люди обычно не могут их наблюдать. Гигантские рисунки рассматриваются и как послания в космос, которые создавались в надежде на будущее общение с разумными существами. Все эти изображения направлены в небо. Их можно видеть только с очень большого расстояния, в том числе южно-уральского лося в урочище Зюраткуль. Археологи – люди, которые меньше всего подвержены эмоциям. И любую находку, прежде чем назвать ее артефактом, тщательно исследуют. Было ли сомнение по поводу того, что лось действительно геоглиф? Безусловно. Жаркие споры ведутся и по сегодняшний день. Вот некоторые версии за и против. Как определили прибывшие на место открытия археологи, кладка действительно имеет искусственное происхождение. Линия выложена камнями диаметром от 20 до 30 сантиметров вперемешку с глиной. Камни размещены в заранее подготовленных канавках. На углах и поворотных точках рисунка лежат крупные валуны, значительно превосходящие по размеру остальные камни. С каждого из этих камней просматривается значительная часть рисунка. Сначала специалисты Государственного научно-производственного центра по охране культурного наследия Челябинской области расчистили небольшой фрагмент рисунка, который назвали ногой лося. Сделали разрез части кладки и получили информацию по технологии создания геоглифа.
Выкладывалось изображение достаточно сложно. Из больших камней методом сухой кладки делались две стенки. Пространство между ними заполнялось выбросами из траншеи и легкими камнями. Позже старший научный сотрудник Института истории и археологии Уральского отделения РАН Станислав Григорьев сделал предварительный вывод. Рисунок выполнен, скорее всего, следующим образом. Сначала был снят верхний слой грунта, а на его место засыпались мелкие кварциты белого цвета. Именно поэтому рисунок так хорошо различим на местности. По краям же выставлены крупные валуны, своеобразные границы изображения. Возраст геоглифа, по мнению специалистов, может достигать 8000 лет. Такая версия имеет свое объяснение. Как определил тот же специалист из Уральского института истории и археологии Станислав Григорьев, при создании геоглифа слой гумуса составлял 10 сантиметров. Сейчас же отложение около 30-40 сантиметров. Исследователи отталкивались от нулевой точки схода ледника, когда как такового слоя почвы не было, а повсюду зияли лишь голые камни. Это было где-то в 10-11 тысячелетиях до нашей эры. Такой возраст делает рисунок зюраткульского лося древнейшим в мире. Даже если более детальная экспертиза покажет, что находка моложе, чем предполагается, остаются бесспорными факты наличия на Урале самого крупного геоглифа в мире и единственного на материковой Евразии. Эти обстоятельства позволяют по-новому взглянуть на жизнь наших далеких предков. А для чего древним людям могло понадобиться такое изображение? На этот счет много различных версий. Возможно, для создателей лось был обожествленным животным, своеобразным тотемом. Не исключено, что созданием геоглифа одно племя демонстрировало свое превосходство над другими. Другая версия попроще. Геоглиф на Урале – это посвящение промысловому животному. Охотились, поклонялись, вот и сделали. Возможно, изображения использовали для маркировки территории охоты или в качестве предупреждения соседним племенам о том, что появление здесь чужаков нежелательно. То есть некий пограничный знак. Есть еще одна версия, которой придерживается первооткрыватель геоглифа Александр Шестаков. Он предлагает рассматривать его как гигантское изображение созвездия Лося. Да, такого изображения на современных картах звездного неба нет. Но если постараться, то фигуру Лося все-таки можно найти. Эта фигура складывается из очертаний сразу шести созвездий – Персея, Андромеды, Кассиопея, Треугольника, Овна и Рыбы. И такое очертание прекрасно видно в южной части зимнего неба. Но в чем космологический смысл этого изображения? Может быть, для вычисления астрономического или календарного события, происходящего в тот момент, когда небесный лось, то есть утерянное созвездие, стояло ровно над лосем земным. И оба лося должны быть видны одновременно. Понятно, что это событие не могло происходить зимой или ранней весной. Геоглиф под снегом не виден. Да и осень в эпоху оледенений не очень подходит. Остается летнее солнцестояние. Солнце в самый длинный день года заходило по местному времени почти в 23 часа. То же самое происходит и сейчас. Небо темнело, яркий звездный лось смещался к югу и вставал ровно над геоглифом. Очертания фигуры зверя отмечены кострами. Земная и небесная фигура совпадали.
Зритель, попавший в нужное время в нужное место, испытывал сильные эстетические и духовные переживания. Это всего лишь предположение, но оно, как и другие гипотезы, имеет право на свое существование. Вот что интересно. За последние несколько месяцев у ученых появились серьезные сомнения в подлинной древности данного объекта. А недавно появилось сообщение одного из туристов о том, что геоглиф был выложен не более чем пару десятков лет назад, причем суть его назначения и вовсе сугубо практическая. Находка, ставшая сенсацией, обрастала различными домыслами и фантазиями. Во-первых, никто не поднял вопрос о том, что в культуре финно-угорских племен, обитавших когда-то на Урале, никогда ранее не были отмечены подобные культовые объекты. К тому же осталась загадкой технология изготовления геоглифа. Дело в том, что при строительстве подобных сооружений необходима корректировка с высоты. Как это было возможно? И, наконец, сама геометрия силуэта вызывает много вопросов о так называемом портретном сходстве с лосем. Чтобы досконально разобраться в том, на самом ли деле это лось, специалисты обратились к архивным снимкам аэрофотосъемки урочища Зюраткуль. Действительно, такие фотографии нашлись. Например, на снимках от 29 мая 1954 года на территории предполагаемого геоглифа контур лося никак не выделяется. На снимках, сделанных с самолета от 2 сентября 1957 и 23 августа 1982 года, территория, на которой должны быть видны границы изображения, не просматривается из-за густой растительности. Позднее были изучены снимки, сделанные из космоса в 2007, 2009 и 2010 годах. Оказалось, что контуры рисунка, если предполагать, что он на самом деле существует, расплывчаты и в различных частях то появляются, то исчезают. Плохо читался лось на космических снимках 2012 и 2014 года. Анализируя старые снимки аэрофотосъемки, последние снимки со спутника, специалисты сделали вывод, что слухи о древности зюраткульского лося преувеличены, а сама сенсация – непроверенный и недоказанный факт. Наконец, в развенчание лося внесли свой вклад воспитанники детской спортивной школы города Сатки. Они поведали свою историю о том, как мог появиться самый крупный на территории Евразии рисунок. Оказывается, в 2003 году тренер по биатлону проложил на этом участке трассу, где юные спортсмены проводили тренировки в разное время года. Осенью, чтобы не потерять маршрут под слоем снега, возле лыжни прокладывались камни. Летом же на всех поворотах и петлях тренер скашивал траву. Когда устанавливался снежный покров, лыжники выходили на тренировки. Также бегали по маршруту и летом. В 2010 году лыжники перестали тренироваться на данной трассе. А через год зюраткульский лось стал в один ряд с известным на весь мир геоглифом на плато Наски в Перу и уффингтонской лошадью, обнаруженной в Великобритании. Несмотря на достаточно серьезные сомнения в древнем происхождении лося и вообще о его существовании как геоглифа, точку в этом вопросе ставить рано. Ученые продолжают свои исследования. И уже есть подтверждение, что в древности на месте геоглифа проводились какие-то земляные работы. Также на сегодняшний день еще никто не опроверг выводы экспедиции специалистов из Уральского института истории и археологии, что в урочище кем-то по определенной линии укладывались 500-килограммовые плиты. Кроме того, в одном из раскопов были найдены древние инструменты. Предполагаемый геоглиф расположен не на ровной поверхности, а на склоне хребта, почти у основания. А что, если забраться на вершину?
будут ли оттуда видны очертания гигантского лося. Изучив местность, исследователи выяснили, что это возможно. И вот, например, эта поляна на самой высшей точке горы вполне могла служить площадкой, откуда древние прорабы руководили созданием рисунка. Сюда они поднимались для обрядов и отсюда подавали сигналы, как правильно сделать разметку. Но и эта версия не в состоянии объяснить, каким образом древние прорабы могли руководить созданием этого рисунка, ведь от геоглифа до вершины горы несколько километров. На этом расстоянии сложно разглядеть даже человека, а не то что сигналы, которые он подает, пусть и с помощью факелов. Возможно, руководивший работами прораб передавал приказы через посыльных или по цепочке, но для этого потребовалось бы участие большого количества людей. Но сколько на самом деле? Если измерить расстояние от вершины хребта до рисунка, то могло быть от 2 до 5 тысяч человек. И это только те, кто передавал команды. А сколько самих строителей должно было трудиться над созданием огромного изображения? Если допустить, что так и было, то реальные цифры назвать очень трудно. В любом случае, не меньше 10 тысяч человек. Но в одном исследователи уверены, вряд ли это только жители здешних поселений или племен. Ведь лося нужно было не только построить, а это титанический труд. За ним нужно было еще и ухаживать, чтобы он не зарос кустарниками, травой, очищать от сора и камней. Также можно предположить, что перекличка в названиях хребта Зюраткуль и озера Зюраткуль не случайна. По одной из версий, ключ к тайне происхождения геоглифа спрятан в темных глубинах этого таинственного водоема. Если подняться в воздух на самолете и пролететь над озером, то можно отчетливо разглядеть некий загадочный объект. Большой мыс, долгий ельник, разделен на идеально ровные квадраты. А цепочка квадратов уходит в глубину и еще долго идет по дну озера. Все это напоминает останки некогда существовавшего города. Каким образом древние жилища оказались под водой? Это озеро по площади в природном виде было в 2 раза меньше, чем сейчас. В 19 веке Зюраткуль стали превращать в водохранилище. Сначала для сплава древесины, а позже для того, чтобы соорудить здесь гидроэлектростанцию. Вода от запруды стала подниматься, и многие предполагаемые стоянки древних людей оказались затоплены. Когда плотина сбрасывает воду, то на обнажившемся у берега дне можно обнаружить не только каменные жилища. Некоторые места буквально усыпаны древними орудиями труда. Например, вот это кайло. Таким инструментом древние обитатели урочища рыхлили грунт. Кроме того, в ходе раскопок, проведенных в 60-е годы прошлого века, когда из-за строительства дамбы озеро обмелело, здесь нашли скребки, кресало, элементы кухонной утвари. Аналогичные артефакты находили в Прибалтике, Крыму, в древних строениях на территории Израиля и Палестины. Но особенно много их найдено именно здесь, на Южном Урале. Не исключено, что жителями тех поселений, которые в позднем каменном веке и нарисовали гигантского лося, был основан знаменитый и загадочный Аркаим. А в определенный период истории эта местность стала центром зарождающейся европейской цивилизации. В каменном веке в Уральских горах вокруг озера Зюраткуль из-за благоприятных климатических условий могло сконцентрироваться большое количество людей. Потом они отправились осваивать новые территории, добравшись и до других континентов. А гигантский лось остался здесь навсегда, как напоминание об одной из колыбелей человечества.